Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. Тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать! Друзья, вы спрашиваете: Ренат, подскажи, каким инструментом пользуешься, что купить себе домой. Вот, пожалуйста, сейчас показываю тот инструмент, который у меня есть, которым я пользуюсь. Вот это перфоратор аккумуляторный от компании Greenworks. Также есть у меня сабельная пила, вот, и аккумуляторный степлер. Все, аккумуляторный индикатор заряда. Вот, пожалуйста, все видно. Перфоратор вообще, и я от него просто в восторге. Работает на ура. Также очень нравится вот этот аккумуляторный степлер. Сейчас вам продемонстрирую, как это все работает. Ребята, буквально пару секунд, и бур 20 сантиметров длиной, больше чем наполовину пробивает бетон. Сейчас я нахожусь у себя на базе и хочу показать вам, что у нас здесь делается. Вот, сейчас уже конец практически августа месяца. Расскажу о том, что мы делали, как мы делали, и более подробно хочу рассказать и показать вам один сарайчик, так в легкую его назовем. Но это хозблок в виде барна. Давайте разверну камеру. Вот он такой получается, размерами 2 на 3 метра. Вход получается у нас двухстворчатая дверь. Стеночки у нас отделаны гибкой черепицей, в данном исполнении цвет у нас зеленый. Сзади задняя стенка у нас отделана вагонкой штиль сорта С. На этом хозблоке сделали вот такой вынос. Вот получается, раньше делали без этого выноса. Вот, обошли этот вокруг. Ширина получается у нас 2 метра, а длина 3 метра. Открываем. Здесь у нас полушпунтованная доска хвойных пород 28 мм. Каркас из доски 40 на 100 мм. И в стенах за вагоночкой у нас получается стоит брусок 50 на 50 мм. Вообще, хозблоки делаем без внутренней отделки, но здесь заказчик попросил сделать внутреннюю отделочку. Мы дополнительно посчитали вагонку штиль. Вот, ширина ее 140 мм. И, соответственно, обшили. Вот. Обшили, все хорошо. Дверка, вот, получается, у нас задняя стенка тоже обшита изнутри, тоже с вагоночкой. Потолок у нас тоже вагоночкой штиль. Все выглядит вот в таком ключе. Здесь мы открываем две щеколды. Вот. И вторая дверка у нас спокойно открывается. Сейчас закроем. Вот, все так выглядит. Вот пол основания из доски тоже 40 на 100 миллиметров, довольно-таки прочно, защелка, щеколда, кто как называет. Со стороны все выглядит так, на каждой створке у нас получается по 2 петли, дверки у нас сделаны также чисто из вагоночки, вот такой уступчик по периметру у нас, аккуратненький, красивенький, все получается вот в таком ключе. Сначала смонтирован был каркас, на каркас уже нашили обрешетку, а на обрешетку смонтировали ОСБ и гибкую кровлю. По периметру немножечко, конечно, не попали в цвет, сделали вот такие уголочки, они немножко светлее, чем кровля, но они тоже придают особый вид. Вот здесь декоративная планочка, деревянный уголок, тоже соединение вот этого угла закрывает, смотрится тоже очень даже красиво.
Ребят, ну что, мы привезли барн. Он находится... Вот поставили, конечно, прям практически притык к забору. Заказчик так попросил. Сложность была вот в этих кабелях. Два кабеля шло, получается. Обводили вокруг машины, потом через забор несколько раз переключали, перецеплялись. Вот, заказчик доволен. Смотрите, какая у него красота еще на участке. Под старину, все так интересно. Вот такие домики оригинальные. Вот почему кровля была зеленой. Смотрите, как красиво. Все как в сказке. Наличнички, смотрите, какие классные. Выступы у бруса. Прям даже мельница есть. Реально сказка. Вот сам заказчик. Вот такая вот красота. Вот. Ну что, друзья, а мы возвращаемся к себе на базу. Помимо всего этого, у нас можно увидеть и обычные бытовочки размерами 2x3, 2x4 метра. Здесь Сергей делает себе барн. Получается, он будет жилой. Можно использовать жилой, потому что он утеплен внутри. Отделка здесь вообще профлист. Размерами 2,40 на 4 метра. Ну и как на любом строительном рынке, есть разные строения. Домики на колодец, как обычные, так и с гибкой черепицей, с имитацией бруса. Со всего вот туалет получается у нас тоже домиком, дровник. Это мы делаем офис продаж. Вот здесь тоже сейчас покажу вам один интересный колодец. Как он, домик на колодец, но уже вместе с нижним кольцом. Тоже все смотрится очень даже достойно, красиво, симпатично. Вот. Вырезаются такие узорчики с гибкой черепицы. Все красивенько и аккуратненько. Вот наше название, наши баннеры висят. Так что, друзья, дела идут нормально. Все хорошо, потихонечку растем, набираем обороты. Вот. Лето уже, конечно, подходит к концу. Но я думаю, и в зимние, и в прохладные будет погоду все хорошо, и будут заказы. На этом мой выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Крепких и теплых домов. Не болеть, не ловить всяческих вирусов. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.